Ребят, всем привет! Сегодня у меня снова короткая рыбалка на Шарташе. Снова зашел я сегодня с мыса Рундук. Вчера я здесь был в обеденное время. Сейчас хочу проверить, что здесь будет как клевать в вечернее время. Рыбалка у меня снова короткая. Время сейчас 17 часов. И ловить я буду приблизительно до 19. Не смотрите, что сейчас светит солнышко ярко, да? Сейчас вот днем вот так. Днем вот так. Вот. Выбор места еще почему я такой сделал? Потому что ветер у нас сегодня западный. Вот здесь поставлю прогноз погоды на сегодняшний день. Вот как вы видели, да? То есть дует он отсюда, с Рундука. А вчера я что-то на этом ветру насиделся. Блин, не очень приятно. Сегодня он, во-первых, и поменьше, конечно, ну и дует с этой стороны. Сегодня пойду туда, вот вдоль озера, вот по этой тропинке от Эрмитажа, вот вдоль озера пойду и направо. А обратно пойду мимо кирпичной стенки прямо. Хочу засечь время. Где идти ближе? Точнее сказать, не ближе, а займет меньше по времени. Здесь вдоль озера или там, если идти прямо. Прикормки сегодня с собой никакой не брал, потому что времени немного. Вот, ловил на мотыля. Мормуш у меня сегодня с собой был. Пробовал ловить на мормуш, но на мотыля ловилось лучше. И окунь, и плотва. Прикормки сегодня никакой не брал с собой, потому что рыбалка у меня короткая. Ну, вечерняя рыбалка, она чем хороша? Что очень много людей уже ушло, вот, и лунок свободных в плюсовую температуру, ну, полно, реально полно. Вот, можно даже было бур не брать, хотя я, конечно, брал с собой бур и даже бурил лунки сегодня. Неизвестно, зачем я это делал. Ну, в общем, короткая рыбалка, поэтому прикормки я сегодня не использовал. Снасть сегодня использовал опять свои самые обычные. Это удочка балалайка, леска 007. Мормышку взял опять самую-самую мелкую. Это тульская мормышка Пушков Капля, двоечка, 2 мм диаметром. Вот. Можно белую использовать здесь, можно желтую использовать здесь. Главное, чтобы она была блестящая. Шарташ очень любит мелкие блестящие мормышки. Ну, может быть, кто-то с этим не согласен, но по моему опыту и по моему впечатлению это так. Что по самой рыбалке? Сегодня я решил начать рыбалку прямо от самого берега. Зашел, отошел, наверное, метров 20 от берега, пробурил первую лунку. Вот, пробурить-то я пробурил, камеру опускаю. Очень интересно, рыбы нет. Вот, одна там какая-то залетная плотва, с ней там одинокий окунь плавал. Думаю, ну что, нифига себе, я думал, в берегу тут будет очень много мелкого окуня, а его нет. Вот, пошел дальше, отошел еще метров 20 от берега, просверлил еще одну лунку. Вот. Там нашел рыбы, ну, немереное количество, очень много мелкого окуня, даже рака видел, вот здесь вот рака вам покажу. Вы видели, да, вот такая вот история у нас на глубине 2 метра. Вот. Рыба отказалась по-прежнему тут ловиться, пошел дальше. Ушел дальше за толпу, не стал садиться там среди мужиков. Ушел за них, там, благо, много народу ушло, лунок, ну, полно, короче, лунок. На любой глубине, тут, по-моему, все озеро уже как решето. Вот, а сейчас плюсовая температура, ну, даже вчерашние лунки, которые покрылись тонким слоем льда, они сегодня растаивают за день, и к вечеру уже не поймешь, то ли это сегодняшняя лунка, то ли это вчерашняя лунка. Кто ее сделал вообще, когда она кормлен, там не кормлен, непонятно. Ну, в общем, садился, ходил по старым лункам. Ушел на глубину 4 метра, где-то около 150-200 метров, наверное, от берега. Вот, там немножечко половил. Вот здесь покажу, как я половил. Thank you.
Как вы видели, рыбалка очень даже не скучная, пускай не самая крупная рыба, но вполне здорово клюет, вполне здорово клюет. Вот здесь покажу итоговый улов. Сегодня, ребята, у меня результат поскромнее. Вчера днем я поймал 3 плотвы, окуней штук 40, а сегодня плотвы только 2, окуней, ну не знаю, 15 штук я оставил, ну десятка еще отпустил. Вот, соседка у меня попросила, чтобы я ей окуней мелких привез на уху. Вот так как-то. То есть вчера в непогоду, в белый день клевало лучше, чем сегодня. Сегодня произошла у меня интересная история с одним мужиком. Я, короче, подхожу, лунка, рядом с лункой стоит бутылка, воткнута в снег из-под водки. Вот, я такой, раз ее убирать. Мужик такой, стой, 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 типа, не убирай. Я говорю, как так, что не убирать, мусор же, надо же с собой забрать, нахер он тут нужен. Этот мусор будет тут у лунки стоять. Он говорит, не-не-не, это, говорит, я поставил специально, это не мусор. Я говорю, ну ты, блин, вообще. Ну, короче, я хотел ему тут уже высказать. Он говорит, ты, говорит, понимаешь, если, говорит, я какой-нибудь флажок воткну или какую-нибудь метку поставлю специально нормальную, ее, говорит, 100 пудов кто-нибудь с собой заберет, собьет ногой, переставит и еще что-нибудь сделает. А, говорит, бутылку из-под водки точно, говорит, никто не будет трогать. Говорит, я ее завтра, говорит, приду и уберу. Ну, то есть человек завтра собирается. Я думаю, ну, блин, вот так вот. Думаешь, мусор валяется, да? А оказывается, вот из таких соображений этот пузырь стоит, блин, стеклянный на льду. Ну, я, конечно, на него все равно поругался, как бы немножко говорю, все это фигня. Вот, давай что-нибудь метку там, ветку воткни, какую-нибудь палку, нафиг она никому не нужна, никто переставлять не будет. Ну, в общем, вот такое мнение у людей существует, представляете? То есть, вот мусор точно никто со льда не заберет, поэтому метку мою никто не уберет. Вот офигеть просто. Для меня прям откровение, короче. Вот. Я не знаю, как с этим делом поступать, но я считаю, что это неправильно. Вот. Ветка пускай там какая-нибудь стоит, палка пускай там, дрын воткните какой-нибудь, я не знаю, с берега принесите. Но какая-нибудь там пачка сигарет, пакет на палочке привязанный полиэтиленовый, там бутылку водки, нафиг, забирайте, пожалуйста, все с собой. В общем, рыбалка моя прошла не скучно, замечательно я провел вечер, замечательно, вообще, ну просто великолепно. Как вот здорово все-таки на льду в такую погоду. Сегодня солнечный день, сегодня плюсовая температура. Пускай еще снега на льду полно, конечно. Но я очень рад, что я сегодня выбрался на природу. Пускай вот недалеко от города, на озеро Шарташ. Но все равно настроение, я не знаю. Теперь у меня точно до конца недели будет хорошее. На этом с вами попрощаюсь. Всем пока. До встречи на рыбалке.